деревенские знаем и комбайн умеем водить. Разиля Абдрахманова скромно стоит среди комбайнеров, но теперь мужчины, которые водят машины-гиганты, ее коллеги. Девочка – помощница своего отца. Решил себе в помощники взять свою дочь. Надеемся, от прошлого года не отстанем в показателях. Главное, чтобы техника не подвела. Кстати, помощница здесь не редкость. Дочь комбайнера Сергея Уфимова Ольга уже третий сезон плечом к плечу трудится с отцом. Сама захотела. Папа работал, мне тоже захотелось. Потом с папой поговорила, папа сказал, давай. Вот и начали вместе работать. Интересно. Особое еще внимание. Девочка. У Петра Кузьмина дочери нет, зато есть любимая сноха. Она и в роли помощника, она же может при необходимости заменить свекра. Интересно, как будет. Мы деревенские работать привыкли. Увидеть вот эту интересованность у нее такой. Как я с тобой пойду, все. Ладно, согласен уж. Потом внуки пойдут. На поля района выйдут 70 комбайнов, чтобы убрать зерновые с 35 тысяч гектаров. Кстати, за каждую собранную тонну 1 килограмм полагается комбайнеру в качестве премии. Я считаю, это рабочая нагрузка. Район справится своими силами, полностью своевременно выполнить весь обмолот своевременно и направить хлеб на наши элеваторы. Уборка яровых сдвигается на конец августа, в пору обильной росы, поэтому работать придется с утра до самой ночи. Алсах Медянова, Зульфия Галиуллина, Инсаф Миниханов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».